Привет, народ. Очень много вопросов, связанных с альбомами «Мир номер ноль» и «Иначе». Многие вообще считают это высшими достижениями нашей группы. Ну, не знаю. Но вообще-то вот я давно не слушал альбом «Иначе». И тут прямо как-то даже удивился. Он совершенно не потерял актуальности своей. Он прекрасно рифмуется с нынешними временами. И мы с Шурой Бровко сложили музыку и видеоарты, которые были сделаны под руководством замечательного художника Лёши Сая. Это вообще десятки, если не сотни ребят работали над этими видео. И получилось такое настоящее артхаусное кино. В этом фильме есть и прошлое, и будущее. Есть главный герой, в которого я превращаюсь, который бродит и размышляет о жизни. Конечно, «Иначе» не для всех, но любителям легкого жанра я предлагаю не заморачиваться. А мы посмотрим. Итак, ДДТ, фильм-концерт «Иначе».